В Одессе на французском бульваре 50-летний мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика. Якобы из-за того, что школьник с друзьями сильно шумели под окнами его квартиры. Недовольный сосед распылил в сторону ребенка неизвестное вещество, в результате чего у него появились ожоги. Правоохранители задержали мужчину, а у него в квартире обнаружили емкость с серной кислотой. Поліцейськими Шевченківського відділення поліції встановлено та затримано 50-річного чоловіка, який розбризкав ймовірну кислоту у бік 12-річного хлопчика. В подальшому, в ході проведення невідкладних слідчо-оперативних дій, за місцем проживання підозрюваного була вилучена сірчана кислота. На теперішній час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Пострадавшего ребенка отправили в больницу на обследование. По словам врачей, у него химические ожоги второй-третьей степени. В 10:30 обратился мама с ребенком, обратилась в приемный покой ожогового центра нашего. Жалобы на наличие ожога в области лица и груди. В глаза ребенку кислота не попала. Ребенок сегодня обратился самостоятельно, и уже в области раны образовался некроз. То есть, что говорит о том, что у ребенка второй-третьей степени ожог –